Еще одна Нобелевская за бред. Можете снять ответ. Давайте глянем, о чем там у вас речь. Ролик «Вселенная нереально доказана». Что происходит? Что происходит? Вселенная нереально доказана. Ну, это можно, в принципе, как бы не смотреть. Вот что такое реально, что такое нереально, люди, ну, в большинстве своем умеют определять. Вот сны относятся к нереальности, да, к воображению. Да. Человек вот такой лежит, какие-то сны там в полудреме, видения какие-то видит, вот это нереальность. Да. То, что когда он бодрствует, человек может отличить, что он бодрствует, да, то, что происходит, это реальность. Когда он не бодрствует. Ну, в смысле, когда он не спит. Когда он бодрствует, но не спит. Вот. Если утверждать, что Вселенная нереальна, это значит, что Вселенная нам снится. Или как вариант, там, Вселенная – это цифровая модель, например, и так далее. Ну, это путанка, мыслительная путанка. На фоне громких мировых событий вручение Нобелевской премии по физике в 2022 году осталось в тени. Очень зря, ведь премию выдали за доказательство того, что наша Вселенная не является реальной. Да-да, мы не оговорились, реальность оказалась сложнее, чем кажется. И теория Илона Маска о том, что мы живем в симуляции... Ну, вообще Нобелевская премия превратилась... От науки вообще уже отошла. Нобелевская премия – это такой инструмент. Вот чем больше человек либераст, специфические национальные признаки какие-то имеет, или еще же там, люто кидается на правительство какой-то страны, тем он имеет больше шансов на получение премии. По непосредственно фундаментальной физике – уже давно дается все лжеученым за лженауку. Это вот реальность. Поэтому если что-то сейчас будет лженаучное, тут как бы удивляться даже не придется. И теория Илона Маска о том, что мы живем в симуляции, заиграла новыми красками. В ближайшие пару минут мы постараемся объяснить революцию в понимании Вселенной и космоса простыми словами. Начнем с понимания того, что вообще считается реальным с точки зрения физики. Парадокс. Видение Ивана, мы будем это смотреть? Не знаю. Ты же тогда у нас видение, ты мне привиделся. Если мы симуляция, я тебе привиделся. Парадоксально, но вопрос веками был проблемой для научного сообщества. Интуитивно мы можем отделить свой сон с обнаженной Скарлетт Йоханссон, скачущей на выдре по Хогвартсу от реальности. Но наука не любит интуитивность. Она любит четкие определения и сухие формулировки. Вы наверняка часто слышали определение «локальный реализм», «реальность в локальном масштабе» и прочие вариации, где слово «реальность» сочетается с локальностью. Это и есть то самое определение реальности, которое... Локальный реализм. Вы наверняка слышали. Локальный реализм. Ну, грубо говоря, на уровне бреда как бы концепция. Локальные. Локальные. Это у нас место в пространстве. Ну-ка, давайте-ка. Локальность. Локальный. Латинское «локалс» – место. От «локус» – место. Местный. Местный, применительно к пространству, да, да, местного характера, местного значения. То есть, локальный реализм – это некорректный термин. В чем некорректность? Поскольку прямая отсылка к месту в пространстве, место – это вполне конкретный термин. Место – это часть пространства, занимаемая объектом. Это использовалось еще Ньютоном в этих началах. Так или в чем? Так, если мы говорим локальный реализм, это подразумевает, что в данной локальной области у нас имеет место реальность, да? Но поскольку, ну тут же сразу дальше, как 2 плюс 2, 4 следует, что и за пределами этой локальной области тоже следует реальность. И это никакого прерыва между реальностью и нереальностью быть не может в геометрическом плане, да? То есть область у нас геометрически не может быть закрыта. У нас реальность, если есть вот здесь у нас в комнате, да,
То есть за стенкой тоже должна быть реальность, и там должна быть реальность, и за дверью реальность, везде должна быть реальность. То есть термин «на грани фола» или ну, некорректный. Определение реальности, которое существовало до 2022 года. Реальным в физике со времен Ньютона считается то, у чего есть определенные и конечные характеристики вне зависимости от наблюдателя. Скарлетт Йоханссон существует только в вашем сне, появляясь и исчезая. А вот новогодний мандарин в магазине будет оранжевым еще до того, как вы пойдете за покупками. Есть и достаточно популярный философский вопрос о дереве, падающем в безлюдном лесу. Будет ли звук падения, если его некому услышать? С точки зрения физики вопрос долгое время был нерелевантным. Разумеется, звук будет. У дерева есть физические характеристики, а следовательно взаимодействовать с окружающим. Кстати, мы встречались с физиком, для которого это было все под большим вопросом. Он же этот программист был. Смотрели мы с клетчатым доцентом у нас ролик. Очень забавные. Это есть философская теория, нам на философии преподавали, мол, существует только то, что ты видишь, ну, по этой теории. Доказанная форма бреда, да? Вот сейчас мы смотрели про теорию, не теорию, да? И вот сейчас ты привел пример теории, которая не сводится ни с какой реальностью. А если верить вот этим вот доверчивым ребятам, то теория – это доказанный факт. То есть бредятиной заполнено все информационное пространство. Ой-ой-ой. Оно будет не всегда предсказуемо, но всегда согласно законам физики. А люди в этом уравнении лишь могут выступить барабанными перепонками, чтобы звук уловить. Другими словами, зная характеристики объекта, его поведение всегда можно предсказать. Это, собственно, второй постулат реальности, озвученный Ньютоном. Знаменитый ученый утверждал, что если вы знаете позиции, скорости и характеристики объектов, а также в курсе всех сил, которые на них действуют, вы легко предскажете, что с ними случится в будущем. А заодно и в прошлом. Выглядит железобетонно, не правда ли? Вот и Эйнштейн Ньютона горячо поддерживал. Да и вся астрономия, чего уж там. Планеты, астероиды и другие галактики открыты как раз руководствуясь этим принципом. Сейчас мы знаем характеристики Солнца, его скорость, а также все действующие на него силы. И легко можем предсказать, что следующее солнечное затмение случится в 2024 году. По такой же логике открыт Уран, а судьба объектов Солнечной системы расписана на тысячелетия вперед. Слово «локальный» добавляют к определению реальности, чтобы внести ясность в сам процесс взаимодействия объектов. Влиять на другие объекты могут только находящиеся неподалеку. И скорость распространения этого влияния имеет всем знакомый предел в виде скорости. Ну, еще спорный тезис. Влиять могут объекты, только находящиеся неподалеку. Влиять на другие объекты могут только находящиеся неподалеку. И скорость... Вот это вот одно из заблуждений, которое очень много вреда причинило развитию науки и вообще пониманию Вселенной. Это локализация воздействий. Когда в силу безграмотности исключили гравитационное воздействие дальних тел, не стали накладывать эти воздействия друг на друга для получения общей пространственной схемы. В результате у них гравитация стала слабым воздействием, и они не понимают, как работает на макроуровне Вселенная. Вот эта путаница, вот из-за этого вот. Момента. И скорость распространения этого влияния имеет всем знакомый предел в виде скорости света. Вот, еще передача бреда. Вот просто скорость передачи воздействия равна скорости света. Ну вот полностью. Принесенный бред – это вот эйнштейновская формулировка. То есть, когда вот мы вот смотрим вот это вот, любые видео, популяризирующие науку, науку в кавычках, современные вот эти вот версии, мы вот переходим от одного бреда к другому, от одного к другому, от одного бреда к другому, от одного к другому. Это бесконечный процесс, да, вот мы сколько их смотрим, везде бред, разные формы, там, стандартный какой-то пакет форм бреда, да, добавки к этому бреду. Это совокупность бредовых тезисов, которые вот кто-то вот взял, и специально накидал.
И они тиражируются, повторяются. Когда молодой, неокрепший мозг, сознание вот это молодое, погружается в это во все, набирает этот бред, как какие-то маркеры, как точки отсчета, это просто происходит такое интеллектуальное разрушение мыслительной функции, разрушение мозга. Как такового нет. Ну, мыслительной функции, точнее, будет звучать. Мозг-то вроде он остался, да? Мякушка-то вроде есть, но она искрит уже по-другому. Она не может адекватные результаты мыследеятельности поставлять. Это 3 минуты посмотрели, уже столько бреда нам попалось. Важно понимать, что под локальными и находящимися неподалеку объектами в физике подразумеваются не обязательно находящиеся рядом. Звезда Альдебаран в 65 световых годах для наблюдателя на Земле считается локальной. Свет от нее, ложащийся на сетчатку человеческого глаза и взаимодействующий с ней, локален, так как на своем пути распространяется через близлежащее пространство. И никаких законов не нарушает. Распространяясь, простите за каламбур, со скоростью света. Но не выше. Другими словами, локальность – это оговорка, чтобы исключить из определения реальности эзотерику света. Свет распространяется со скоростью света. Все нормально. Гравитационное воздействие гораздо быстрее, чем скорость света. Оно моментальное дальнодействие. Это было вычислено в древнейшие времена, можно так сказать. Вот воздействие и свет – это разные схемы. Хотя через свет тоже передается воздействие. Но это другой тип воздействия. Гравитационное воздействие имеет другой принцип. Эрику, сверхъестественное и прочие условности. В общем, определение реальности крепкое и логичное. А потом на сцену вышла квантовая механика. Все вы в курсе эксперимента с электронами и двумя щелями. Если за электронами не наблюдать, они ведут себя как волна. Если добавить наблюдателя, электроны смущаются и начинают вести себя как частицы. Описание, конечно... Электроны в обоих случаях ведут себя как частицы. Это они не ведут себя как волна. Вы видите, ну, вот, когда бараны заходят в разные ворота, да, двумя потоками, они что, ведут себя как волна? Нет, они ведут себя как бараны. Если чабан сосредоточится, он это поймет. А если чабан не сосредоточится и попадет в физики, вот в такие вот, в релятивистские, это да, будет волновой дуализм. Спрашно, отдельный ролик по дуализму у нас есть на канале. Описание, конечно, очень поверхностное, и заранее извиняемся перед всеми физиками. Сейчас нам не нужно углубляться в сам эксперимент. Но главное понять, что квантовая механика с момента своего рождения начала ломать классическое определение реальности. Мандарин на полке магазина всегда оранжевый, даже если на него никто не смотрит. Вот и электрон, по идее, должен быть вполне определенным с точки зрения физики объектом. И вести себя одинаково вне зависимости от того, смотрит на него кто-то или же нет. Наша реальность дала трещину, но в начале 20 века на это мало кто обращал серьезное внимание. Ну, почти 5 минут мы так и не услышали, что нереально во Вселенной. Какие-то уговоры, разговоры вокруг, рядом. Эйнштейн, к примеру, эксперимент с двумя щелями и ему подобные фейком не называл. Ученый до самой смерти считал, что мы банально не имеем нужных приборов, точностей и законов, по которым ведут себя эти частицы. В его понимании определение реальности сбоев не давало. Просто уровень физики в поведении мельчайших частиц разобраться не позволял. На том и порешали, и 20 век прошел под эгидой соперничества двух систем. С одной стороны были квантовые физики, которые с каждым годом находили все новые мистические и загадочные свойства элементарных частиц, заявляя о том, что наш мир работает совсем иначе. А с другой были физики классические, которые снисходительно заявляли, что когда-нибудь мы все свяжем, просто сейчас силенок не хватает. Полем боя двух систем стал парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена, или сокращенно ЭПР. При изучении поведения элементарных частиц квантовые физики с ужасом осознали, что они могут находиться в двух местах одновременно, обладать двумя характеристиками одновременно и влиять друг на друга. Электрон, который с уроков физики в школе мы помним как своеобразный спутник, вращающийся... Ну, частица в двух местах одновременно. Диполь. Каждая его часть находится в двух местах одновременно. А вот
суммарно в другом месте он быть не может. Он, когда обращается, он может проходить через что-то, огибать что-то. Но если вы трактуете результат эксперимента по-другому, что он у вас в двух местах, это просто некорректная трактовка эксперимента. И в школе мы помним, как своеобразный спутник, вращающийся вокруг атома, оказался абсолютно не таким. В реальности электрон одновременно находится в каждой точке орбиты. Просто с разной вероятностью. Кот Шрёдингера и прочие выкрутасы квант... Объект не может находиться в разных точках орбиты с разной вероятностью. Он всегда находится в одной точке орбиты. Если он на орбите один. Все. Это подмена принципов мышления. Это отклонение от логики. Что они подразумевают под «находится одновременно в нескольких состояниях с разной вероятностью» и так далее? Это словесный ряд, который они сопровождают. Ну, вот они сосредотачиваются на чем-то, сосредотачиваются, потом рождают слова, которые передают их представление о понимании какого-то физического процесса. Вот оно у них вышло в следующем в словесном ряде. Что они под этим понимают? Ну, если их понимание соответствует этим звукам, значит, понимают именно это. Если не соответствует, значит, не это. Это мы имеем дело с людьми, которые не могут сосредоточиться на протяжении длительного периода. Вот то, что это передается, вот, ну, сейчас, одно нелогичное изречение, второе, третье. Это вот куча нелогичных изречений. Ну, надо пытать их. Может, они правда что-то другое понимают, но я не думаю. Я просто думал, вы как-то расшифровать сможете это послание. Они же не могут континуумный метод озвучить. Они просто используют континуум, пространственно-временной континуум, но они не могут озвучить континуумный метод. Как они получили этот континуум, да? Просто смешали. У них это на светлых образах, на ассоциациях. Вот эти светлые образы, ассоциации – они противоречат четвертому закону логики, закону достаточного основания. Все их изложение вот этого якобы научного материала, оно на ассоциациях. Вот, а как что это? А это вот как вот это, вот континуум. Тримерности четвертого. Вот представь, вот, что вот как четвертая геометрическая, но только не мерность геометрическая, а время. Мы же можем время нарисовать в форме прямой. Значит, мы его можем сюда добавить. Это вот ассоциация, волшебная ассоциация. И здесь он, вот это, ну, ты не можешь открыть литературу, прочитать конкретный тезис. Вот мы столкнулись, да, что вот поэтому по всему гнилому релятивизму только академик Ильин в учебнике МГУ написал вот это вот изложение пространствами мерности R1, пространство мерности R2, там, пространство мерности R3 и так далее. Они даже эти моменты обходят. А так это на уровне ассоциации. Ну, у нас же пространство трехмерное, вы можете представить одномерное пространство? Это как бы ассоциация, это же они назвали линию пространством на уровне ассоциации. Ну, вы же можете представить, если бы это было этим. И человек что-то себе представляет, это что тут какая-то, ну, несмышленная поэтическая композиция в мозгу, где там линия пространства или плоскость пространства, по ней ползает плоскатик. Это, ну, это ассоциация, это не строгая информация, это вот как бы как это. Плоскатик на плоскости – это как бы человек в пространстве. Морковка – это как сосиска. Ну, это… Такое ассоциативное. Это формы бреда, деятельность, имитирующая научную, но по сути таковой не является. Ассоциативная деятельность. И прочие выкрутасы квантовых систем вам наверняка хоть поверхностно, но знакомы. Однако ЭПР-парадокс выбивается из правила. Хотя бы потому, что научно доказано, что объяснить его с точки зрения обычной физики невозможно. Чтобы понять парадокс, представьте, что вы и ваш друг Василий отправились в разные концы Солнечной системы. С Земли вам бросают две монетки. Они начинают крутиться, и в момент, когда Василий увидит орлом, прилетела его монетка или жерешкой, он будет четко знать, какой стороной монетка
упала вам. Звучит глупо, ведь это чистая случайность, и Василий не должен знать, что будет с вашей монеткой, основываясь на данных своей. Однако в квантовом мире все именно так. Более того, в эксперименте Василий не просто узнает о состоянии вашей монетки, он прямо на нее влияет. Эйнштейн по этому поводу произнес... Я так понимаю, это они к квантовой запутанности подходят. Ну, квантовая запутанность – это обычное базовое гравитационное поле и его согласованность. Согласованность базового гравитационного поля в обычной классической физике – это квантовая запутанность на вашем уровне. Просто в классической физике у нас есть реальный фактор для обеспечения данного физического процесса, а у вас только вот этим бросанием монеток, фантазии, фактора нет никакого. По этому поводу произнес знаменитую фразу «Бог не играет в кости». Однако современные исследования показывают, что все же играет. Квантовая телепортация описана в 1993-м. И если вкратце, она подразумевает создание подобной нашему эксперименту пары монеток. Их квантово связывают, и получается, что на огромном расстоянии мы получаем монетку, состояние которой предсказуемо в зависимости от первой монетки. И плевать, как далеко она находится. Ну, формально для всех монеток состояние предсказуемо. Вы можете его считать по любой из монеток в рамках нашей системы, в рамках нашей Вселенной, в рамках нашего незамкнутого объема. Вообще, ну, это дичь, да? Есть реальные физические основания для процесса. Вы эти основания физически игнорируете, сочиняете какую-то свою... чепушню, которую называете теория, раз теория, значит, она по умолчанию права, да, как нам товарищи утверждают многократно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, все, доказано, не доказано. Мы смотрели различные формы бреда, досмотрели, просмотрели 7 минут, ну, есть еще 3 минуты дальше. Всем уже смотрели уже достаточно давно. С вами был Виктор Катющик, канал «Научный трибунал». Всем добра!